Друзья, в этом видео я вам расскажу, для чего же нужны цветовые профили, и наглядно покажу это. Покажу на примере вот такой вот замечательной картинки. Это оригинал. Как вы видите, она более четкая, более резкая. Ну, собственно, это первая попавшаяся картинка из сети. Вы скажете, можно было бы другую картинку какую-то найти с более широким спектром градаций цветов, однако мы не всегда выбираем те картинки, которые нам хочется печатать. Поэтому взял первую попавшуюся и на ней расскажу, как профилирование меняет картинку. Остальные две картинки – это напечатанные картинки и сосканированные. Я делал этот профиль для принтера Epson L1800 и чернил InkMate. Собственно, залив чернила я напечатал обычным эпсоновским профилем Epson Ultra Glossy, по-моему, так он называется. Я сейчас посмотрю прямо-таки точно, чтобы не быть голословным. Вот, Epson. Ультра Глосси. Совершенно верно. Я напечатал изображение с этим профилем. Далее я напечатал это же изображение с построенным профилем. Давайте разберем эти картинки. Что мы видим? Первое, что бросается в глаза. Ну, во-первых, рабочий профиль гораздо ближе по цвету, нежели оригинал. Во-вторых, профиль под бумагу Epson уводит картинку в зеленые оттенки. Это особенно видно на ботинках Микки Мауса. В идеале они прям желтые, ну, с такой с некоторой зеленцой, да? Но не забываем, что еще и немного врет сканер. Но тем не менее, смотрите, в этом случае, в случае печати обычным профилем, обычными профилями, у вас будет уход какие-то цвета и оттенки. У вас также будет проблема, здесь не сильно видно, очень сильно видно на напечатанном листе. Смотрите, вот этот участок и вот этот участок. То есть здесь градация цветов более градиентна. Здесь залито пятном. Вот. Также, что я еще заметил, основной момент. Давайте я увеличу. Уши Микки Мауса, они уходят по краям в синеву. Это оригинал. Вот они по краям уходят в такую синеву. На профиле Epson Ultra они залиты одним цветом. То есть из предыдущего видео, из одного из видео, где я говорю про куртку черную, вот здесь градации нет совершенно. Градации появляются на рабочем профиле построенном. Как видите, уши уже у Микки Мауса уходят в синеву. То есть этот профиль более точно передает изображение оригинала. Вот такой маленький разбор. Вы также можете увидеть, что штаны Микки Мауса тоже уходят в какой-то болотно-зеленый цвет. Вот. Собственно, на этом все. Эту картинку в качестве я прикреплю к этому видео. Смотрите, рассматривайте. Будут вопросы, пишите в комментариях, оставляйте заявку. Всем отпишусь
отзвонюсь, выйду на связь. Всем спасибо.